Аффирмации для раскрутки Вишудха чакры. Я разрешаю себе быть таким, какой я есть. Я разрешаю другим быть такими, какие они есть. Я уверен в себе, в своих мыслях и идеях. Я дипломатичен и нахожу общий язык с каждым. Я гибкая и творческая личность. Я личность. Я понимаю людей, а они понимают меня. Я широко мыслю и открыт к новой информации и открытиям. Я говорю свою правду свободно и уверенно. Я открыт для получения и выражения творческих идей. Я честен с собой и с миром. Я нахожусь в контакте со своим истинным «Я». Я ясно и четко выражаю свои мысли. Мои слова имеют силу и значение. Я слушаю других с уважением и пониманием. Я свободен в самовыражении. Я легко выражаю свои потребности и желания. Я разрешаю себе быть таким, какой я есть. Я разрешаю другим быть такими, какие они есть. Я уверен в себе, в своих мыслях и идеях. Я дипломатичен и нахожу общий язык с каждым. Я гибкая и творческая личность. Я личность. Я понимаю людей, а они понимают меня. Я широко мыслю и открыт к новой информации и открытиям. Я говорю свою правду свободно и уверенно. Я открыт для получения и выражения творческих идей. Я честен с собой и с миром. Я нахожусь в контакте со своим истинным «Я». Я ясно и четко выражаю свои мысли. Мои слова имеют силу и значение. Я слушаю других с уважением и пониманием. Я свободен в самовыражении. Я легко выражаю свои потребности и желания. Я разрешаю себе быть таким, какой я есть. Я разрешаю другим быть такими, какие они есть. Я уверен в себе, в своих мыслях и идеях. Я дипломатичен и нахожу общий язык с каждым. Я гибкая и творческая личность. Я личность. Я понимаю людей, а они понимают меня. Я широко мыслю и открыт к новой информации и открытиям. Я говорю свою правду свободно и уверенно. Я открыт для получения и выражения творческих идей. Я честен с собой и с миром. Я нахожусь в контакте со своим истинным «Я». Я ясно и четко выражаю свои мысли. Мои слова имеют силу и значение. Я слушаю других с уважением и пониманием. Я свободен в самовыражении. Я легко выражаю свои потребности и желания.